Всем привет, это канал Мос Олимп. В работе у нас Ford Focus на полную шумоизоляцию. Посмотрим, что у него с завода есть. Ну, так выглядит заводская шумоизоляция. Присутствует, но ее очень мало. Двери пустые. И передние, и задние. Нет ничего. Багажник. В багажнике несколько маленьких кусков шумки есть. Но арки, самое шумное место, не защищены абсолютно никак. Видите, голый металл. И крышка багажника тоже нет ничего. Сейчас приступим к чистке автомобиля, после чего будем начинать обклейку. Вот шумоизоляция крыши. Есть немножко. Поклеили крышу гидроизоляцией. Сейчас будем клеить второй слой. Вот крыша у нас готова. Можем приступать к сборке потолка. Проклеили фокус первым слоем. Виброизоляция вся прокатана. Двери. Закончили фокус. Все проклеено. Машина готова к сборке. Фокус собран. Все отлично, все на своих местах. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, пока.